Друзья, рад приветствовать вас на нашем канале Finishing Group. С вами я, Сергей Родионов. Сегодня на обзоре у меня будет одна из наших новинок. Машинка для полирования, для детейлинга. Это вот такая вот мини-машинка на аккумуляторах. Вот. Она предназначена для полировки труднодоступных мест, либо, допустим, там, не знаю, под ручкой, там где-нибудь, либо каких-нибудь экранов, не знаю, там внутри салона или еще что-нибудь. То есть, где, в общем-то, надо немножечко отполировать, да, и машинка обычно не подлезет. Вот. Ну, это, собственно говоря, видно, да, из ее конструкции, как бы из ее внешнего вида. Значит, по техническим характеристикам, значит, она по мощности 80 Вт, ход эксцентрика до 6000 оборотов в минуту, соответственно, и два эксцентрика идет в комплекте, что, кстати говоря, очень круто и интересно. И ход эксцентрика составляет либо 3, либо 12 мм. То есть он как бы идет в комплекте, вот, и может меняться на ходу фактически. Вот. Регулировка оборотов плавная имеется. Значит, и вот такая как бы клавиша, да, для работы, для нажимания. В комплекте идет сама машинка, как я сказал уже, эксцентрик дополнительно, два аккумулятора и зарядное устройство для аккумуляторов. Вот, собственно говоря, такая комплектация. Очень ее просили у нас давно, то есть люди, которые, опять же, занимаются детейлингом, которым нужна вот именно вот такая узкоспециальная, как бы, да, узконаправленная машинка для нетривиальных задач. Для каких-то, ну, небольших работ, да, труднодоступных мест, это прям вот идеальный вариант. То есть вот как бы взяли, да, она очень удобная, ухватистая, и там полирую не хочу, что называется. Вот такие у меня они сложились первые впечатления. Спасибо, что смотрели меня до конца. Всем пока.